предлагаем создать социальный кодекс жителя Донецкой Республики, в который мы соберем все льготы, которые положены человеку или которые он может получить. Есть ветеранские льготы, льготы инвалидам, льготы матерям многодетным, льготы участникам войны. В общем, по разным категориям люди получают льготы. И все они прописаны в разных законах. Вот мы хотим создать один кодекс, где все эти льготы будут прописаны. С ним легче работать. Опыт такой у нас есть. Я хочу предложить опыт города Петербурга, где такой кодекс работает уже много лет. Если нам удастся такое принять, то и работать дальше с этим материалом будет гораздо легче.